слышала, что в год литературы многие режиссеры обращаются к произведениям забайкальских авторов. И сегодня мы хотим предложить вашему вниманию отрывок из спектакля «Трубка снайпера» по произведению Сергея Зарубина. Привал, товарищи бойцы! Привал! О, привал! Хорошо-то как, птички поют! Товарищ лейтенант! А, товарищ лейтенант! Раз такое дело, разрешите привал с танцами для поднятия боевого духа, так сказать! Эх, давай, Павленко, устрой нам танцевальный марш бросок! Есть! Иваныч, милый, сыграй! Амнигант. Лесной человек, мир видел, людей понимаешь. А я что? Песни частушки накопала, и все весело. Только вот у меня любовь приключилась. Какая любовь-то это хорошо. Любовь вечная, однако. Я вот тебе по какому вопросу. Говорят, что вы тунгусы колдовать умеете. Умеешь? Научи, пожалуйста. Я к лейтенанту и так эдак. Он на меня внимания не обращает. Любка, колдовать-то тебя не научу, однако. Да к Богу надо обращаться. Ты это, дерево подходящее найди. Да оно само тебя позовет. К нему прислонись. Оно корнями-то в подземный мир уходит. А ветвями-то к Богу тянется. Через него-то нас Бог и слышит. Ты долго только не проси. Попроси и слушай. Обязательно тебе ответит. А коли любишь по-настоящему, соколик тебе прилетит обязательно. А соколик летит, летит. Ясный сокол на снегу, одинокий, как и я, перед вами я в голову. Мои верные друзья, перед вами я вдохну. Мои верные друзья, сквозь вялые ряды заметает белый. И одна, и я один, без тебя мне жизни нет. И одна, и я один, без тебя мне жизни нет. Ясный